Так, Даша, хватит вздыхать. Давайте покажу, как правильно прокачать грудные мышцы на этом тренажере. Давай. Сейчас я покажу, как эффективно прокачать грудные мышцы на тренажере в суперсете с отжиманиями. Для этого нам нужно настроить тренажер. Посмотрим, как он настраивается. Сначала открываем ручки и переставляем крепление максимально ближе к себе и регулируем вес. Ну все, можно приступать. Вес подбирается индивидуально, также чтобы последние 2-3 повторения выполнялись прямо из последних сил. Принимаем исходное положение. Садимся вплотную к спинке кресла. Беремся руками за ручки тренажера. Руки согнуты в локтях, локти параллельно полу. Плечи опущены. Делаем вдох, с выдохом сводим руки перед собой. Разводим максимально широко и сводим. Важно, чтобы локти не провисали, а двигались параллельно полу. За один подход выполняем 15 раз. Даш, твоя очередь. Угу. Садимся плотно. Повыше чуть беремся. Ага. Ближе к основанию. Хорошо. Локти подняты, параллельно полу. И сводим. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Мы сводим. Локти не опускаются и не выпрямляются и не сгинаются в локтях. Они зафиксированы. Это упражнение отлично выполняет в суперсете с отжиманиями. Пойдем проверим, как ты делаешь отжимания. Принимаем исходное положение. Выполняем классические отжимания. Стоим ровно в планку, попу мы не отклячиваем, сгибаем руки в стороны и выпрямляем. Угу. Стараемся касаться груди пола, хорошо, чуть ниже, локти идут четко в сторону. Хорошо. Если в какой-то момент становится очень сложно, а мы еще не выполнили то количество раз, которое нам нужно, мы продолжаем выполнять отжимания с колен. Да, становимся на колени. Также мы попу не отклячиваем. У нас ровная диагональ идет. И продолжаем выполнять сгибание рук. Также в стороны. Касаемся груди пола. Угу. Опускаемся на вдохе, выпрямляемся на выдохе. За один подход выполняем 10-15 раз. Для того, чтобы быстрее и качественнее прокачать грудные мышцы, мы выполняем эти два упражнения суперсетом. То есть без остановки. Сначала выполняем 15 раз сведение рук в тренажере, затем выполняем 15 отжиманий. Это у нас будет один подход, таких выполняем 2-3 подхода.